Еще одна установка. Мы посмотрим производство кремния из натрия 2 силициума 6. Таким образом, и это все происходит вот в таких условиях, близких к лабораторным, или, скажем так, просто в лабораторных условиях, без какой-то, да, это уже опытная установка, даже это не лабораторная, потому что это фактически прообраз завода. То есть, собственно говоря, установка, которая нужна на заводе, она просто будет кратно больше. Других изменений принципиальных той установки не было. Мы посмотрим, безусловно, что такое антидетекционные присадки, которые могут использоваться для получения высокооктановых бензинов с низким содержанием выходных, не с низким содержанием окиси углерода в выхлопных газах. Это революционная тема, потому что впервые получена присадка, которая при добавлении к основному бензину по объему не более 3% решает те же вопросы по повышению октанового числа. Сейчас добавляют порядка 10%. Действительно, снижается отдаваемая бензинная мощность. Это тоже понятно. И это то, что мы можем посмотреть здесь. Мы здесь посмотрим, скажем так, ну, я назову это макетами, потому что это уже действующие установки, которые используются для очищения воды от дейтерия. Мы посмотрим здесь. Здесь мы посмотрим, если есть такая возможность, фильм по получению УСВР, то есть это углерод высокой реактивной способности, тот сорбент, на основе которого делаются все фильтры очистки воды. И далее у нас есть возможность проехать, это будет минут 40, на производство, где мы сможем посмотреть производство металлов наносостояния 8 группы, там железо, вольфрам, молибден, никель, ряд других моментов. Мы посмотрим производство рения, да, то есть установку по производству рения. Мы посмотрим получение вот этого ОСВР, то есть углерода, наносостояние на промышленной установке. То есть как это все происходит, как идет реакция, наработка этого углерода. Вот это, наверное, примерный план. Да? Или что-то, если еще добавите, скажите тогда. Еще проще, просто если кусочек времени будет, я не знаю, как Сморозовки уже узнали. Сморозовки уже, да, Сморозовки уже работают. Есть смысл, ну, это не входит. Серьезное такое рассмотрение, но есть смысл показать эти лабораторные варианты получения тепловой энергии. Это, да, это безусловно. Ну, это, да. Посмотрим. Это не для камеры, потому что это так выглядит. Вот. Но тем не менее, это подтверждает принцип. Когда принцип подтверждается, далее это уже технология, которая отрабатывается. В ближайшее время. Да, принцип продемонстрировать мы можем. Похоже, это надо там вставать, чтобы не сорвите ничего. Пожалуйста. Что у меня сегодня? Нет. Это она упала, почему-то тут на нас не было. Очень крепко зажать, да? Не надо. Все, пошел. Не дальше, что пошел. Ну, ты его отклонился совсем немножко. Ровно, да? По звуку пошел, да, пошел. Да, я не знаю, что это не там открыть, куда не забраться, да? Вот есть, хорошо. Ну, чуть-чуть приоткрывайте, чтобы мы увидели стрелочку. Что значит? Какие браки? Тоже пошли. Она здесь задана, только сорвится. Более плотно не так. Чем больше температуры, тем плотно не так. Хорошо. Школа на лодке, да? Я уже сказал, да?
что мы сейчас делаем, Александр? Скажите, коротко, что мы сейчас делаем? Ну, сейчас вот эти газовые комплексы, которые у нас образовались в этом реакторе, открываем эти, и они начинают проходить через систему. В данном случае здесь у нас...